6 североказахстанских спортсменов примут участие в международной велогонке. Она пройдет 24 июля в горах Турции на высоте 2200 метров. Сейчас ребята находятся в этой стране на сборах и упорно тренируются к предстоящим соревнованиям. В первый день им предстоит преодолеть расстояние в 6 километров, во второй день соревнований – 100. К слову, наши юниоры велоспорта уже приняли участие в других международных соревнованиях. Они проходили с 8 по 9 июля в городе Кайсери.